Назвать конкурс на звание лучшего среди воспитателей детских садов серьезным соревнованием сложно. Здесь все по-домашнему и все родные друг другу люди. Соревновательный характер ежегодного состязания уходит на второй план, а на первом – радость, веселье и поддержка коллег. На первом этапе конкурсанткам предстояло показать свою визитную карточку. В игровой форме каждая участница демонстрировала свои личностные и профессиональные качества. Все без исключения проявили себя креативно. Некоторые подготовили песни, танцы, стихи, а кто-то и мини-спектакли. Юрист, визажист, модельер, художник, логистом, банкиром я быть не хочу. Свободу, свободу, мне дайте свободу, я птицею ввысь полечу. Уже 21 год дошкольные педагоги с удовольствием принимают участие в областных и районных профессиональных конкурсах. Оценивала мастерство конкурсанток и подводила итоги первого этапа соревнования специальные жюри, победители и лауреаты прошлогодних конкурсов. Они знают на собственном опыте, как волнуются воспитатели, выходя на сцену. Это, конечно, впечатления очень большие. Как мы готовились... Просто весь сад помогал, вот все на нервах, конечно, но это того стоит. Это того стоит. Почему? Потому что это ярко, это красиво. Показываем свое мастерство, что мы умеем. Очень волнительно, очень это ждали, дети меня мои поддерживают. Я думаю, все будет благополучно, потому что главное участие, уже то, что мы здесь, это уже победа. Значит, мы лучшие из лучших. Зачастую значимость педагогов дошкольного образования в современном мире недооценивают, а иногда их воспитательный труд со временем и вовсе забывается. Это не может не огорчать, потому что именно воспитатели и нянечки помогают нам совершать первые детские открытия. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».